Только избранные успеют поставить лайк за 3 секунды! Всем здорова, дорогие друзья, с вами и по-прежнему Овер, мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием Roblox. Друзья, сегодня у нас будет невероятный режим, в котором мы вместе с вами будем, друзья, сражаться против других людей. У нас получается что-то типа каких-то боев, ребята, нам предстоит с помощью меча убивать других. И чем больше мы других людей убьем, тем мы будем круче, друзья, и так далее. Вот нам сейчас дали ножик, смотрите, для того, чтобы победить, скорее всего, нужно убить именно вот этого человека с ником Ливерпуль. Но также мы можем убивать абсолютно всех. Друзья, вон там парень побежал, я в него не могу попасть, друзья. Как в него попасть? Подождите. Оп, все, я, по-моему, убил. Или кто-то другой его убил, друзья. Так, аккуратно, аккуратненько. Вон там кидаются, ребят, мечами. Сейчас будем также кидать. Это нереально прикольный режимчик. Тут можно просто бить, друзья, а можно кидать. Вот так вот наш ножичек. Но самое главное, чтобы нас не убили, ребята. Есть, я кого-то убил. По-моему, это же был я, друзья, да? Наверное, это я кого-то убил, это здорово. Я надеюсь, вам такой режимчик понравится. Обязательно поставьте лайк, друзья. Так, аккуратно. О, побежали они. На, хорошо, еще кого-то убил. Так, давай, давай вот этого. Давай, я хочу победить, ребят. Это наш первый раунд, будет очень круто, если мы победим. Так, кидайся. Ай, меня убили, друзья. Ну, слушайте, все равно для первого раза, я думаю, неплохо. Смотрите, я убил троих, ребята. Это мой был первый раунд. Я убил троих. Это было невероятно здорово. Так, мы можем здесь побегать, посмотреть, что тут есть такого интересненького, друзья. Какой-то у нас мир такой прикольный. Смотрите, он на мусорке спит. Так, ладненько, давайте еще побегаем. Посмотрим, что же здесь есть такого интересненького. Смотрите, ребят, какой-то паркурчик у нас такой есть интересный. Ну-ка, блин, надо было его пройти. Но у нас начинается следующий раунд. Итак, друзья, карта у нас поменялась. Смотрите, в предыдущий раз мы убили троих. Давайте попробуем побить рекорд, друзья. И, возможно, убить четверых мы сейчас сможем. Хотя, возможно, ребят, мне кажется, что, может быть, такое я вообще никого не убью. Меня быстренько кто-нибудь там спину убьет. Или просто кинет ножик в меня, а я не успею кинуть. Оп, на. Как я его не убил? На, хорошо, убил. Отлично, подожди, подожди, подожди. Стой, а где мой меч? А, ребят. А, во, все, мне дали его. Что это было, друзья? Это было как-то странно, возможно, у него какие-то умения, он у меня меч забрал, ребят. Ага, сзади, смотрите, подошли и сзади меня убили. Интересно, я хоть кого-нибудь убил? Нет, похоже, ребят, никого я в этом раунде не убил. Но, как я и говорил, возможно, меня просто сзади убьют. Смотрите, тут реально есть паркурчик такой, друзья. Давайте попробуем его пройти. Тут стоит какой-то парень, смотрите, со шлемом. Ё-моё, ребят, на оленя похож, новогоднего, ладненько. О, стой, 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 прям самое начало, что? Тут вообще чекпоинты есть? Как нам проходить этот паркурчик, друзья? Так, побежали сюда. Прыгаем. Хорошо. Прыгаем. А, неправильно, да? Хорошо, вот так. Отлично, отлично. Перепрыгиваем. Я надеюсь, нам времени хватит. Так, никого я не убил. Новый раунд у нас сейчас начнется. Блин, наверное, уже времени не хватит, друзья, чтобы пройти. Но мы практически справились с этим паркурчиком. Видите, какая прикольная, друзья, карта. Во время перерывов мы все равно можем заниматься интересным делом. Можем прыгать вот так вот по платформам. Опять я в том же месте самом, друзья. Но умер, не прошел, я не знаю, что это такое, но все равно мы ждем как бы начала следующего раунда, а особо делать нечего, можно попрыгать, ребят, что-то у меня не совсем получается сделать. Вау, это кто, друзья, был? Это мумия какая-то была, нифига, как прикольно выглядело, блин, но это было страшно, друзья, я бы не хотел такую мумию встретить. Так, у нас опять эта карта, на которой мне не повезло в предыдущий раз. Надо как-нибудь аккуратненько, ребят, куда-нибудь пробраться, так вот, чтобы всех тоже в спину убивать, это было бы, конечно, здорово. Так, отлично, берем ножичек. Так, и ищем. Ищем, ребят. О, нашел. И он меня нашел. А кто кого? А кто кого? Есть, ребят, я его убил. Хорошо. Второй. Нифига, он какой-то прокачанный там, ребят. Воу, на. А, сзади или кто? Да, сзади. Ай-яй-яй, нифига, у него длинный меч, друзья. Вот это да. Нифига себе, у него длиннющий меч. Но я хотя бы одного, друзья, смог убить. Это, конечно, уже меня радует. Так, а что тут есть? Ага, тут можно обмениваться, друзья, можно что-то покупать, эффекты всякие, ё-моё. Но у нас пока нет денег, друзья, на все это. И что-то как-то магазин у нас вообще не работает, на самом деле. Ладненько, тогда не будем ничего покупать, будем пробовать проходить дальше, друзья. Вот это, получается, паркур. Одного я убил. Это было, конечно, очень здорово, ребят. Да блин, как пройти этот паркур? Это обе у нас здесь.
Я не могу, друзья, у меня не получается это сделать, блин, очень хотелось бы, наверное, я просто тороплюсь, друзья, да, я просто тороплюсь, сейчас у нас опять новый раунд начнется, блин, ну это просто офигенный режим, у нас рекорд, друзья, 3 убийства, было бы здорово, если бы мы убили 4 или вообще попробовали победить, конечно, мне кажется, это сделать очень сложно, но все-таки давайте попробуем, ребят. Так, смотрите, опять у нас эта карта, друзья, нужно убить релаксингент какой-то. Ладненько, я взял ножичек. Так, давайте попробуем. Ну-ка, на, получи. Все, сейчас убью. Сейчас убью. Оп! О, подождите. О, опять этот с длинным мечом. У него какие-то бонусы, друзья. Да, у него какие-то есть умения, способности, потому что он как-то очень жестко кидает свой меч. Это очень опасно, ребят. О, как? Как он в меня попал? Что это за читер и задрот, друзья? Вот это да! Вы представляете, на таком огромном расстоянии он меня убил. Вот, подождите, я хотел посмотреть на эту мумию, друзья. Ё-моё, как прикольно выглядит. Посмотрите, улыбается, но, блин, всё-таки страшно. Я бы не хотел встретить вечером в парке, блин, вот такую мумию. Это было бы, конечно, очень-очень страшно. Ладненько, давайте попробуем всё-таки, друзья, пройти этот паркурчик. Так, прыгаем. Аккуратненько проходим. Так, главное не торопиться. Прыжок, отлично. Прыжок, отлично, друзья, все хорошо, прыгаем, 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 и прошел, так, подождите, о, нифига, у нас было столько золота там, и мы телепортировались обратно, правда, золото мне не дали, друзья, никого я не убил в этом раунде, к сожалению, так, а тут у нас какой-то бар, друзья, посмотрите, у нас здесь есть бильярд, есть дартс, есть вот барная стоечка, тут можно посидеть, тут понг, это игра у нас, а, смотрите, нифига себе, ребят, я могу даже как-то поиграть, по идее. О, гейм овер, я проиграл, ребят, все понятно, спасибо. А как поиграть? А что нужно делать? Друзья, что-то я не совсем понимаю. Ладно, проиграл, окей. Но сейчас у нас начнется следующий раунд, друзья, и мы будем вместе с вами опять драться. Я надеюсь, что вот сейчас у нас все с вами получится, потому что, блин, это на самом деле, друзья, даже сложно сделать, вот так вот убивать людей, если вам кажется, что это легко. Да нифига, ребята, это сделать очень сложно. Итак, через 4 секунды нам дадут ножичек, и я предлагаю этого парня сразу зарезать. Все, до свидания, до свидания. А где ножик? Подождите, стоп, а где нож? А, все, отдали мне его. А что это было, друзья? Почему ножик? А, это был не тот человек, что ли? Нужно убивать именно кулер-мастера? Подождите, но вот кого-то я сейчас убил. И все нормально, друзья, одного мы убили, а почему я того не смог убить? А напишите, друзья, мне в комментариях, вот как. Мы одновременно друг друга убили, ребята. Мы убили друг друга одновременно, вон он тоже появился, смотрите, этот парень. Блин, у меня такое реально впервые, чтобы мы одновременно с друг друга убили с парнем. Это, конечно, мега прикольно, ребят. Вот это да, ладненько, смотрите. По-моему, я 2 убил, это должны как бы засчитать, друзья. Мне были за убийство, либо его кто-то в спину, друзья, убил, понимаете. И как бы он убил меня, а потом убили его, скорее всего, именно так. Ладно, давайте посмотрим, что же там в конце нашего паркурчика, а то нас быстро телепортировало, там вроде как какое-то золото, друзья, было. Это, конечно, очень интересно, понятно. Сейчас бы еще нормально проходить. А у нас еще есть такой вот бумбокс, друзья. Вот такая колоночка, мы можем ходить и слушать музыку. Это, конечно, тоже все очень здорово. Да, 2 я убил, смотрите. Нифига себе, ребят. А последний остался вот этот парень, ё-моё. Неплохо, ребятки. Так, ладненько. Давайте тогда подождем начала раунда. Скоро у нас начнется. Мы не успеем паркурчик до конца пройти, но все-таки попробуем. Раз, 2, и сейчас потемнеет экран. А, нет, смотрите, мы прошли. И вот тут золото, да, но нам его почему-то не дают, друзья. Да, к сожалению, нам не дают это золото. Ну ладно, так, очередной раунд, ребятки. Я надеюсь, что вы за меня болеете в комментариях. Мне будет безумно приятно, если вы меня поддерживаете, переживаете за меня. Итак, вот этого парня надо убить, друзья. Смотрите, он стоит, он ничего не делает. Так, дайте мне ножик, дайте мне нож. На, хорошо, я его убил. Так, теперь надо следующего убивать, ребят. Надо найти вот этот аусфилис какой-то. Блин, ё-моё, ребят. Офигеть там народу. На, хорошо, я убил еще одного. Так, на, подождите, подождите, в меня там кидается парень. Бам, ай, аккуратно. С 2 сторон меня кидают, ребят. Это, наверное, 2 друга. А, все, я убил. Убил еще одного. О-о-о, меня в спину убили, ё-моё, друзья. Ну, я, по-моему, сейчас убил 3, посмотрите. Ну-ка, я появился. Да, скорее всего, я убил 3, друзья. Это был почти что новый рекорд. Если б я еще одного убил, друзья, это было бы 4, это был уже наш новый рекорд. А так, пока 3, друзья, мы убили. У нас, кстати, 3 уровень уже. Это реально здорово. Что тут написано? Ага, ничего не понятно, друзья, ладно, какие-то у нас тут доски, что-то информация, но вот этот парень, который спит на мусорке, ему, наверное, очень весело, друзья, ему прям очень весело, какой-то мафиозник стоит, смотрите, ребят, мафиозник, вот такой вот парень, у него такой вот классный, конечно, розовый пиджачок, ну ладно, давайте сыграем еще один раунд, друзья, посмотрим, возможно, все-таки мне удастся победить, друзья, или хотя бы сделать 4 убийства, чтобы побить свой рекорд, блин, друзья, это было бы замечательно, так, вот такая вот у нас клевая карта.
Итак, вон там один парень, но он очень жесткий. И, кстати, его нужно первым убить. Через пару секунд нам дадут нож, он бежит прямо на меня. Сейчас он меня и убьет, ребят. А, нет, смотрите. Не убил. Повезло. О, здорово. Ха, пока. Так, оп, иди сюда. Опа. Убил. Второго. Два убийства, ребят. Отойди. Да не отойти. А, все, прошли. Хорошо. Так, два убийства, ребят, у меня есть. Это уже здорово. Подождите, так, а кого-нибудь я еще вижу? Подожди. А, вон кидает. На, стой. На, хорошо, третье убийство, ребят. А где мой меч? Где мой меч? Его опять забрали, а там он парень. А, отдали, все нормально. Блин, а я не убил его. На, стой. Оп, ай, не убил. Так, аккуратненько, ребята. Я бы хотел побить рекорд. Бам, есть, убил. Это третий, друзья, это третий. Подождите, или нет? Как он еще бегает? Где мой меч? Что не так? Ну-ка, на, это кто? Я его убил или нет? Или снизу вот этот? На! Отлично, вот это попадание, друзья. Остался последний. По идее, остался последний или нет, я не знаю. Но, блин, возможно, мы вдвоем остались с парнем. А где он бегает? А, вон. На, попал? Или там мертвый уже? Подождите, а как мне выбраться, друзья? Где этот парень? Блин, очень круто будет, если я сейчас выиграю, ребят. Это будет очень здорово. Так, подождите, а где он? По-моему, я даже уже свой рекорд побил на самом деле, друзья. Блин, я его не вижу. Куда он спрятался? Я очень сильно боюсь, ребят, выходить. Понимаете, он может меня убить. Ну ладно. Окей, если он боится меня, тогда я буду его искать. Пускай. Даже если он меня убьет, но он как бы меня боялся, не выходил никуда, я его искал. Блин, и где он? Ребят, последний-то остался. Где он прячется? Что он такой трус? Трус, выходи на драку. А, вот он. А, он АФК, ребят. Все, я его убил. Ну, скажите мне, что я его убил и выиграл. Ну, пожалуйста, есть! Слушайте, под самый конец я победил и поставил новый рекорд. Я сделал 4 убийства. Ну что ж, ребят, на этом мой ролик заканчивается. Я очень рад, что нам удалось победить. Я надеюсь, видосик вам понравился. Обязательно подпишитесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, оставляйте положительный комментарий. Если досмотрели ролик до конца, напишите в комментариях слово Roblox. А с вами по-прежнему был Овер. Я желаю вам всем всего-всего самого наилучшего. Всем удачи, ребят. Хорошего настроения, не болейте, успехов и пока-пока.